Ну что, друзья, еще раз ваши аплодисменты. Звезда Геннадий Матвеевич Ванилова зажглась на Аллее Славы в футбольном клубе «Локомотив». Уважаемые болельщики, у вас продолжается... Атакующий защитник. С подключением. Это мастер. День рождения! Зайдешь там гол? Хорошо. Спасибо, Дим, удачи, Дим! Здорово. Ты не играешь, что ли? Ну, там, не хватит, что 12 очков проиграть. Ты подал, так позаканил. Ладно, все задало, но не бей по броску. Тим, можешь мне так потом в конце матча, пожалуйста? Счастье. Удачи, Тим. Спасибо. Опа! Все. Там лестницу, видишь, вниз по лестнице. А, вот, где? Сейчас посмотри, чем там на фотографии.
Включи простые. Мяч от меня летит к тебе, я никак не успеваю. Он же от меня летит. То есть с этой стороны перевод был туда. Я за ним не успеваю, он от меня уходит. Он к тебе приходит. Так, кого не видел? Алло. Эмоции замечательные, но могло быть лучше, если бы забил. Но, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, победа для наших болельщиков и для нас. Дальше идем. Мне? 20. Скажи 17. Я 50. Сори. Серег не видно, понизился. Давайте, с победой, ребят!
Молодцы!